Случай подвернулся сам. Мы отмечали звездочку нашего эксперта. Я бросил в рюмку Григорьевича таблетку клофелина. Он уснул. Мы ушли, он остался один. А я в этот день как раз дежурил. Я вернулся, вытащил у Григорьевича из кармана ключи, открыл сейф, взял пистолет и часть дела, закрыл сейф, положил ключи обратно в карман Григорьевичу. Надолго из прокуратуры я отлучиться не мог.